Приветик, не спящие, все остальные любители отрываться под фольку. Сегодня играет он, да. Новый Дейли, как обычно. Вдруг что-то интересное сгенерировала сегодня нам игра. Все. Что ты нам сгенерировал, вернее, что? Апостол, мутант, гуманоид. Великолепно. Плюемся слизью. Стингер отравленный. Неплохо. Аллергия на тоники. Плохо, но не страшно. Не настолько страшно, насколько могло бы быть. Эго прожекшн. Неплохо телепортировать другого. Ну, в целом пойдет. Посмотрим, что из этого выйдет. Пока что очень сомнительно, но играбельно. Потому что там и поплеваться можно, и побегать, там, ахаха. Тьфу на тебя, слизью, и побежал. Так, где мы? Так. Деревня называется Так. Ну, хорошо, хорошо. Ладно. Исследуем яблочные поля. Очень интересно, очень увлекательно. Кто он этим всем занимается, я, пожалуй, гляну, что у нас есть. Колечко у нас есть, которое надо продать, а лучше помыть перед этим. Что еще у нас есть? Агилы 23 у нас есть. Что как бы намекает, что нам надо брать ножи какие-нибудь. А у нас из этого вообще ни хера нет, да? Чисто костюмы, фольклор, да? Ай, зашибись. У нас даже вот этого нет. То есть у нас есть внутреннее, да? Убеждение там. Просоветается, вот это вот все. Убедить создание к вам присоединиться. А вот этого-то нету, да, нету. Нет там. Ладно. Мне нужны какие-нибудь шортблейды. Вроде они от агилы скалируются, да, они скалируются от агилы и практически целиком. Так что мы берем какие-нибудь шортблейды и идем уничтожать. А, кстати, пока я не ушел далеко, у нас палка в руке. Окей. Палка так палка. Кажется, я только что нашел квестодателя, вон он стоит. Бегает что-то, хотя вряд ли. Может быть и не он, может быть и он тот. Этот самый. Памелеон. А вон там, походу, Тинкер живет. Драмат? Не, показалось ли это был драмат? Не люблю стартовать вот в таких местах. Приходится постоянно искать, кто где. Не то, что в жопе. Стартуешь в жопе, там все на своих местах. Один там, один тут. Так. Где я? О, привет, зеленый. Нифига себе, ты с окружением слился. Найди Пашвакаса. Либо Тамалхорина, Тамалхарина. Ладно. Чё продаешь? Ага. Это интересно. За девятку. Беру. Маска. 71! Охренеть. Охренеть просто. Колечко, на. Вернее, ожерелье, забирай нахрен. Вперлась. Все. Можно одеться хотя бы. Это у меня и так была. Это гравированная. 1-0. Великолепная покупка, браво. Ой, пожалуйста, не надо орать. Давай ты не будешь орать, ладно? Вот тебе советский марш. Все. Дождайтесь. Ладно, 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 ладно. Гравировка, гравировка. Купил, носи, все. Шли отсюда. Где-то здесь есть сундуки. Один вижу. Ваза и печка. Но он отсюда не уйдет. Можно дождаться, пока он уснет. Грабануть и уйти. Но он может проснуться. Ладно, пусть играет. Хрен с. Ты кто? Варден. Не интересует меня Вартон. Так, на, попей. Борщ. Игра прям
Слушай, да? Ну, хорошо. Ладно, давай рецепт своего борща. И снова. Мне нужна работа. Реколлер и диск там дадут. Порт собак. Вычистить надо. Ну, не то чтобы вычистить. Там, скорее всего, надо просто что-то сделать в этом форте. Ну, как бы, а. Ты ж собака. Ой, извини. Свинья, свинья, иди сюда. Ты чё спряталась? Мне надо с тобой поговорить. На, попей. Хочешь секретик? Местонахождение форта. Так. Ты торгуешь, не торгует. И работу ты не даешь. Со мной ты не пойдешь. Или пойдешь? Так, попробуем уговорить его. Не уговорился. Очень жаль. Ну, и ладно. Пойду тогда дальше. Может, еще кого-нибудь попытаться уговорить? Перезаряд. Устал уговаривать. Ты кто? Фермер. Может, фермер сам пойдет? Не пойдет. О. А вот это интересно. 10 драмов меда? Я себе. Так. Ты кто? Слакшо. Вернее, Слакснау. Ты тоже разговариваешь, надо же? Я тогда подожду. Может, ты с нами пойдешь? Будешь плеваться, а всех не пойдет. Я нет настроения бегать за всеми, у всех уговаривать. Я, пожалуй, просто пойду дальше. Вот сюда. Ох, ё. Подстава. О, нет, он заблудился. Твою мать. Я надеюсь, он заблудился где надо. О, собаки. Собак не постреляешь. Что ты можешь вообще? На что ты способен? Конечно ж, никаких описаний, да? Замечательно, маневры. Клевки, стингер. Бустануть силу, агилу. Крепкость можно репортировать. Вот это что такое? Фугуё. Ай, хрен с ним. Насколько, на каком расстоянии действует наш стингер? А, вплотную. Темпорал. А, слушай, а это не тот прикол. О. Какого хрена происходит? Сальтхоппер тут объявился. Шел вон. Капец. Крепкость бустим. Плюемся с жижей. Пытаемся не сдохнуть. Можно мне еще спринт? Правда, к собакам, скорее всего, иду. Что, огреем его палкой? Здесь сработает. О, работало. Я почему так осторожно действую? Потому что этот абсос, он... Ну, никакой в бою. Вот плеваться слизью, это да, это по нему. Остальное... Совсем для него. Где этот сальтхоппер? Он испугался. На тебе жижи еще вдогонку. Давай, собака, подходи. Подходи, сдохни. О, даггер. О, ботиночки и кепочка. Нифига себе он мне принес полезных вещей. Что дает? 0-0. Давай-ка кепочку тогда на хлебальник наденем. А у меня уже есть обувь, да? Она тоже на 0 дает, так что... Пофиг, наверное.
даггер по руку. Тут нет никого. О, собака. Хоппер бежит к нам обратно. А тебе тогда еще жижи? Да. Вот со Стингером проблема будет. Песня, кстати, прикольная. Я попробую его грохнуть Стингером, но он... Нет, даже пробовать не буду. Нахрен. Пошли отсюда. Куда-нибудь в обход. За мной вроде никто не идет. А мне куда-то на север надо, к форту. А вообще... А вообще, надо поесть. И еще поесть. Опа-на. Хоппер! Ты откуда здесь хопнулся? Это вроде не тот же самый. Ну, странно, что он здесь оказался. Шел вон. Далеко ушел. Спускаться ли вниз? А вот справа еще какие-то враги есть. Где-то вот здесь вот. Тут где-то. Я не хочу сталкиваться с Хоппером. Он нам навешает говна на лицо. Подземку идти, там темно, да ну нахрен. О, собаки. Отлично. Далековато. Вряд ли получится их уговорить, поэтому ждем. Ждем. Так, одна собака ушла, вторая собака ушла. О, бронзовая лонгсвор. Соберу. И все? Больше никаких собак? Кроме этих трех. О, это прикольно. Дубинка. Хотя... 0-1. Черт. А давайте попробуем. Почему не... А, это вообще на спину вешается. Вообще пушка. Уника. О, отлично. И хлыст. Может, хлыстом попробовать? А чего хлыст скалируется? Бонус силы кап 4. Скап 1. А вот хер его. Будешь во второй руке тогда. А тунику мы напялим. Нихера себе, это как? А почему? Ну ладно, снимем нахрен его. Что-то он какой-то странный. Инка. Штаны. 1-2. 1-2. О, что он намыл? Это что за песня? Так, мне кажется, это... это. Окей. Ночь опускается. Лес. Великолепно. Впрочем, как и всегда. Спасибо, игра. Спасибо. Круто.
Ну, пойдемте наверх тогда, что ли. Может, тут хоть что-нибудь есть. Стена какая-то. О, неплохое место, чтобы переждать всю эту жопу. Хаваем. Ждем утра. Надо было взять с собой спаль. Найдем как-нибудь. Наверное. Че, все утро? Да. Шикарно. Даже жрать не надо. Никаких собак, никаких сальтхоперов. Да. Сраная шавка. На. Подходи ближе. Ну. Что она не подходит? Тоже враждебная. О. Опа-на. Ай-яй-яй. А он в порядке, кстати. Ему вообще зашибись. Крепкость спустим. И хрен нас пробьют. Не, ну... Ну это отвратительно просто. Это отвратительно. Как это Делик играть вообще? Какие шансы у нас были? Я мог его телепортировать и... Что? Отбежать и сделать то же самое? Интересно. О. По-моему, оно спит. Ой. Кажется, оно больше не спит. Каннибал. Импосибл. Нейтрал. Ух. Ну ладно. Пусть горит. А я могу его телепортировать. Открываем! Агит надо. Все, он теперь враждебный. Шел вон. Да-да, спасибо, игра. Я в курсе, как в тебя играть. Где я? Вообще, в жопу. Я пошел. Нахер квесты. Исторические руины. Ну, пойдем осмотрим. Исторические руины. О, левел ап. Я что-то там еще нашел. Ох, ё. Собак-то как много. Бустим прочность, бустим. А больше мы ничего не бустим, просто плюем их. Заплюем нахрен. Там лужа. Может, проканает? Не проканало. Ай. Шел вон. У меня еще есть стингер. А, на собак стингер тратить, видимо, придется. Я еще жив. Мне нужна вот эта хрень. Ой. 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 Нас доедает черепаха, да? Ладно. Телепорт черепахи отсюда нахрен. Нет? Что-то не так. Видимо, что-то не так. Видимо, там нет черепахи. Я тогда, пожалуй, пойду. Сейчас отпустит нас кора. Вроде отпустила. О, топорик. Что-то там черепаха мелькает. Поставила виражка. Хм.
А-а-а. А что она мне сделает? Догонит же она меня. Ух ты. О. Шапки дают. Черепаха, привет. Если она нас укусит, нам жопа, да? Скорее всего, нам трындец вообще наступит, если она нас кусанет. Уговорить ее не получится. Испугать, может, получится? О, получилось! Что? Черепаха и член культа Джарат испугались. Член культа Джарат? О. Вали отсюда нахрен. О, собака. Ребята, я и ждал. Броня. Ножи. Черепахи. Их тут так много. Кошмар. Давай-ка мне броню тогда. Шапку. Надеюсь, мы успеем. И переодеться, и свалить. Все-таки это черепахи. Вроде как. Может, стингер проканает? Не, ну... Мало ли. Кажется, траванул. Ауч. Так, это снять... 1d4. Ладно, уговорили. Этот и вот этот. Я вообще собирался взять топорик, чтобы разрубить ее броню нахрен, но... Ладно. Пытаемся так выжить. Видимо, бесполезно. Ух! Вот это укусы. Вот он тогда жижи. Закусите немножко. Она вроде как отравлена. Да, она больна. Но шибко нам это не помогает. Пугайтесь. Вроде испугались. Кроме этой. Это не испугалась. Не, мы ее вообще не пробьем. Никак. От нее только бегать и травить ее. Вянь. Я успею сейчас зайти в эти хоромы. Надпись прочитать. Видимо, нет. Хотя и не так. О, стингер отвалился. Хорошо. Вот тебе еще закуска. Ладно, будем играть по тактике долгих боев. Ладно. Надеюсь, нас не дожмут. Ух, ё! Тактика долгих боев, видимо, сейчас меняется на тактику экстренного отступления. О, стингер отвалился. Ну, подходи. Тебе еще. Она уже ранена. Капец. Я не хочу вниз. Нам внизу наваляют. С другой стороны, руины. Почему бы и нет? Мне нужен торч. Слайм. Аверашка. Плеваться в него бессмысленно. Агилу бустим. Ну, вроде порядок. А что, слайма больше не оставляют после себя лужу говна? Странно. Раньше оставляли. Надо поесть. А, да ладно. Какие враги? Нет тут никого. Водичка чистая. Слайме.
А это? Соленая. Ну и ладно. Да нет тут никаких врагов. Ты все врешь, игра. Ой. Спринт включился. Есть кампфайр на западе. Ладно, сам найду, задолбало. Где он? Нет его. Опять мне врешь, игра. О, здорово. Арканавт. Че, продаешь арканавт? Здорово, вот это мы сейчас с тобой, да, поторгуем. А, значит, держи, хотя, ладно, собирайся пары нахрен. Даггер, это все дерьмо, вот это вот. Тоже дерьмо забирай, палку забирай. Шрелина, пожалуйста, забирай. Так, револьвер. 238, да ты чего? Совсем, что ли? Может, лук хотя бы? А, лук, пожалуй, будет интересным приобретением. Два. У него бедрол есть. Что ж ты молчал, ублюдок? 005, дай сюда. А стрелы, стрелы есть? Стрел нет. Понятненько. Понятненько. Ну, у меня есть мед, в всяком случае. А, вот он где. Что? Чистая. Солененькая. Ой. Че, тут больше нет, что ли? Ничего, ни врагов, ни сундуков, ни хера. Опа-на. Сноуфлакика. О. По-моему, розовые книжки... какие-то необычные. Ну, допустим. Кстати, за нее неплохо опыта отвалит, наверное. Надо будет сходить продать. Я надеюсь, здесь никого нет. Спальник тут есть. Халявный. Зачем покупал? Ой, я надеюсь, ты... Ой. Твою мать. Я пошел. Ешь меня. Я ухожу, отстань. Арканавт, помоги. Она гонится за мной. Там черепаха сверху. Нас сажали. Ладно, ладно, у меня есть выход. А я ее стингану? Она уже ранена. Но она нас убьет. Крепкость. Победа. 125 экспы. Ладно, нормально, жить можно. Только нас траванули, походу. Так, ладно, порядок. Теперь надо как-то вылезти наружу. Там сраная черепаха. Я убил сраную черепаху. Шикарно. Опа-на, подожди. Это же стул. Откуда у меня стул взялся? Ладно. То, чтобы я был против. Просто странновато. Так, очко атрибутов, 2 очка мутации. Стингер, стингер. Прокачал я стингер, да? Молодец. Что стингер не прокачать, это что? Угу.
это как раз-таки бустеры. Бустеры, бустеры. Знаете что? Вы быстро отступаете назад и создаете несколько копий самого себя. А. Странно, честно говоря. Пока на этом уровне одна копия. Я придержу эти очки пока что. Очки атрибутов, очки атрибутов, очки атрибутов подожду. Деремся мы чем? Луком мы деремся. Это все агило. Все, ясно. Все, мы деремся с раным луком. 54 очка. Мы еще, наверное, деремся с ранами топорами. Топоры от силы скалируются. Нет, мы топорами не деремся. Мы деремся шотблейдами. Все. Тогда все в логилу вливаем. 4. И валим отсюда. Ну, или, по крайней мере, пытаемся. Вот это вот мне уже больше нравится. Вот это уже поинтересней. Враги поблизости. Да ты что? Спасибо большое. А то я что-то не заметил, как какие-то враги там. А можно я... Да. Вернусь вниз. Сюда вот. Куда-нибудь вот сюда вот к костру второго. И, ну... Знаете, посплю до утра. Спать. Должен быть на полу. Оп. А так. The Shallows Harvest Waning Sun. Ну, допустим, до рассвета. Правда, хрен его тебе тут рассвету. Ну, а то, что можно спать, уже как бы... То есть... О, отлично. Бедрол мой, я отсюда пошел. Враги в близости. А у меня два даггера есть. Так, ну что, грохнем черепаху. Она у нас, правда, перфект. Ну, хоть не презент. А, плевать я в нее не буду. Где мой стингер? Пинганули, хорошо. Бустим крепкость, чтобы она нас не пробила. Она нас пробивает. Но по ней входят криты. Она ранена. К нам идет вторая черепаха. О, она сдохла. Ха! Шикарно. Так, у нас стингер откатился или нет? 16 ходов я побегаю. А, еще одна черепаха! А, еще одна черепаха! Чего их так много-то? Что за черепаши? Кошмар! Все, вы меня не видели, я ушел. До свидания. Да сраные черепахи, хватит там находить! Вот экспы пособираю. Со стен. Жесть. Черепашья облава какая-то. Так, мне наверх. На глобалочку. Мы вроде как нашлись, так что... Там пора... валить. Воды не хватает. Ну пошли. Да не надо. Нормально все. Вы потерялись. Великолепно. О, водичка. Можно мне тут кемп сделать? Похавать. Чистая. Конечно, соленая. Конечно, соленая. Хоть есть кто-нибудь. Пойду искать убежище. Оп, стоять. Это... Это ж не та губка вроде, да? Опа-на. Здорово, крокодайла. Стрелять тебя нечем. Агилу тогда бустанем себе. Слизью в тебя плюнем.
надеяться, что ты нас не грохнешь. Вот тебе стингер. Нормально. Жить можно. Так, теперь по поводу водички. Херня, соленая, понятно. То, что мы без воды остались, это хреново. Мне надо где-то ее раздобыть. О, собаки. Здравствуйте. Опа-на. Нормально. И нагит. Костерчик. Так. Тут до хрена воды, но она вся соленая. Где-то еще собаки должны ошиваться. Ладно, пойду пока наверх. О-о-о! Давненько этого сериала не было. Экорова... Так, подождите. Экоровух. Шеврон. Великолепно. Ну, по крайней мере, здесь нет ваншотающих ублюдков. Всего лишь дружелюбные драгонфлай. У. Заберу. А что такое? Осмотреть. Что это? Это ядерная насосная станция. И там вода с примесью слизи. К сожалению, закрытая вода. Я вижу статую. Почистить. Солененькой водичкой. Ладно. Что тут еще есть? Вроде безопасно. Погуляем на автоследовании. Оп, сундук. Блять, все. Гранату прислали. Опа-на! Отлично, берем все. Воды, правда, нет ни хера. Надо найти какого-нибудь торговца пить у него воды. Утилище Решефа. О, давненько не виделись. Итак. Здесь что-то было. Ну, допустим. Опять насос. Опять насос. На этот раз пустой. Может, все-таки получится как-то из этого воду извлечь. Хотя ее вряд ли можно пить. Ой. Я выключил насос, но доступа нет. Вернее, я нажал на кнопочку, но насос не выключился, потому что доступа нет. Так что я, наверное, пойду дальше. Легендарный геймкатер? О, да он же... Да, это воркшоп! Шикарно! Осталось этого ублюдка найти и не сдохнуть. А что продать у меня есть? Там ничего нет. О. Вроде какая-то тварь есть красная. Уж пустой. Ой. Что такое? Ой. Что-то темно. Вайнвафер нам даст водички? Капли, правда. Ну да. Стой. Вот если осматривать гранату, есть шанс, что он взорвется. В принципе, это всего лишь газ.
Маска. Хлебало. О, стрелы. Кстати, по поводу обуви. 0-0, 1-0. Отлично. Что еще у нас есть? В принципе... Пофиг. Хотя... Всего лишь червяк. Он мне броню крякнул. Тварь. Как так-то? Отстало. Ладно, это не так страшно, как могло бы быть. Стингер апгрейдим. Хотя урон у него не увеличивается, честно говоря. Дэмэдж. Инкремент 3-2. 3-2, вернее. От яда. И репутация с арахнидами. Ладно, почему бы и нет. Телепорт другого. Давай, откаты поменьше. Полезная штука. Киллпоинты. А в лиге 96 киллпоинтов. Ну, видимо, никуда. Так, где ж местный торговец? И сундуки. Где этот ублюдок? Ты кто? Крокодай, кто? Умирай. Че он не бучерит? А, в этом забеге нет бучеринга. Точно. Это, видимо, какой-то брошенный воркшоп, да? Потому что здесь никого нет. Зашибись. Дегидрация. Оп. Я нашел подземку. Но... В принципе, я думаю, он какое-то время еще на коре продержится. Наверное. А я в курсе, хватит мне об этом писать. Стой. Где этот ублюдок? Да хватит. Сколько у нас коры осталось? А у нас 3 штуки. Давай на автомате. Не должно быть никого, кроме торговца. Вот он. Взять все. Стоять! Кто? Механист Пилигрим. Слушай, механист Пилигрим. Давай я тебе что-нибудь продам, а ты мне воды дашь. А то нам жопа сейчас, вернее, скоро настанет. Вот еще обувь кое-какая. 63. Еще стрелы нужны все. Потом. А, забирай. Собирай. Кудзу оставлю. 4-2. Забирай. Можешь еще стул забрать. И вот это тоже. Все окей. Все, мы больше не подыхаем. Так, это кто? Первяки, не травы. Что-то тут народа много собралось. Перепрограммированный копатель-робот. Как наемный охранник работает. Еще один механист. А это, видимо, сам знаменитый гемкаттер. На, попей. Поделись со мной секретом. Не подаришь ли ты один мне, вернее, один из своих камней мне? 26 репутации.
Почему нет? Агат подарил. Поделись секретом. Караван драмадов. Идет. Что продаешь? Ага. Херню продает. Понятно. Ладно. Улитка. Электрическая. Это охранник наем. В сундуке ничего. Походу... Все сундуки пустые. Почти. Вот тебе стингер, тварь. Мне надо крепкость буснуть. Только не крякай мне броню в этот раз. То я тебя сам крякну. Ты чего, какой живучий. Охренеть. Просто охренеть. А у нас там были какие-то ботиночки. Где-то. Эти нам 1-0 дают, эти тоже 1-0 дают. Ну, лучше в них ходить, наверное. Прикольнее, что ли. Ага. Метка Шишрарока. Ирувура. Легендарного гемкаптера. Да и хер с ним. Продам втридорога. Надеюсь. Да и не знаю. Забираем, конечно. Вы голодны. Да ладно тебе, ты все врешь. Неправда. О! Тоже был прикольный мультфильм. И все? Больше ничего нет? Ни пути вниз, ни пути наверх. Вернее, ни пути вниз, ни сундуков более-менее полезных, да? Замечательно. Ладно, ну, наш путь практически не изменился. Правда, скорее всего, нам не хватит нихера. О, воды, конечно, нам не хватит, скорее всего. Да, в принципе, я по границе пойду тогда. Будет кончаться вода, я просто хоп. Просто пойду и, ну... Там. Ух, нихера себе. Это соль, если что. Просто пойду и поищу торговцев. Да что ж тут за реки такие соленые? Давай, находись уже. Задолбал. Сколько можно гулять-то? Пять голодуха. Давай, давай, съедим вот эту вот штуку. А, я ее всю продал. Я молодец, да. Это запросто, да. Жрем до упора. И идем дальше. Еще и асфальт, да? Великолепно. Какие интересные здесь ландшафты. Наконец-то он нашелся. Аллилуйя. Ноль. Не-не-не-не-не, мы пойдем. Я сказал, мы пойдем. Я сказал, мы пойдем. И умрем. Порой я ненавижу эту игру. Ну, лишь порой. Ладно, бывает и такое. Чего страшного? Я говорил, что нам воды не хватит. Да и, в принципе, уже пора бы заканчивать. Ладненько, продолжим с вами в следующий раз. Ну а пока что... Такие дела.